Обыски в управлении здравоохранения Николаевской области. Нагрянули следователи прокуратуры и департамента по борьбе с экономическими преступлениями. По предварительной информации, следственные действия связаны с делом о закупке инсулина в прошлом году. Кирилл Ющишин на прямой связи со студией. Кирилл, здравствуй, расскажи, как прошли сегодня обыски и, может быть, стали известны новые подробности этого дела? Добрый вечер, Катя. Обыски для сотрудников управления здравоохранения стали полной неожиданностью. Уголовное производство о вмешательстве чиновников в тендер по закупке инсулина год лежало на полке в полиции, и все это время его никто не расследовал. Главный фигурант этой истории – бывшая замглавы области Оксана Янышевская, она из Народного фронта. По словам директора спецсклада, который занимался закупками инсулина, чиновница требовала, чтобы в многомиллионном тендере победила, так сказать, нужная фирма. Тот не согласился и написал заявление в полицию. Несколько месяцев назад инсулиновое дело забрала прокуратура. Сегодня следователи пришли в облздрав с обысками. Вот только никаких подробностей в ведомстве не сообщают. Щодо сьогоднішньої ситуації у обласному управлінні охорони здоров'я, коментарі з цього приводу будуть надані по завершенню всіх слідчих дій. Сейчас обыск продолжается. Какие именно документы интересуют следователи и могут ли они так действительно повлиять на закупку инсулина в этом году? Вопросов пока больше, чем ответов. Пока ничего не комментирует и в обл.администрации. Губернатор Алексей Савченко и сам является фигурантом уголовного производства. Напомню, через суд общественники заставили полицию возбудить уголовное производство по факту нарушений конкурса на должность главы Николаевской облгосадминистрации. Тогда тест на знание законов Савченко прошел с молниеносной скоростью. На каждый вопрос он потратил всего 9 секунд, чтобы прочитать его и дать верный ответ. Активисты Центра противодействия коррупции заподозрили, что в систему компьютерного тестирования кто-то вмешался или взломал. И Савченко смог набрать максимальное количество баллов. Хотя отвечал на вопросы губернатор долго и задумываясь. Спочатку я почав писати ручкою, так? А потім мені сказали, що ручкою не приймуть. І мені треба було швидко це надруковувати. І я вже не розуміючи те, що треба щось здавати, да? А те, що я написав, не приймуть, то я вже, як воно там було, не дивився. И еще одна важная информация. Сегодня сотрудники Генеральной прокуратуры Украины сообщили о подозрении двум бывшим руководителям предприятия Николаевский судостроительный завод «Океан». Подозревают, что они нанесли ущерб предприятию на 1,5 миллиона гривен. Сейчас оба объявлены в розыск. На имущество наложен арест. Катя. Кирилл, спасибо. Кирилл Ющишин был на связи с нами из Николаева.